Друзья мои, всем привет! Рада видеть вас сегодня на своем канале. Сегодня хочется обсудить тему утреннего интима. Вопросов очень много. И сейчас на эту тему многие исследователи выкладывают разные свои наработки, рассказывают, нужен утренний интим, что он лучше или хуже вечернего. Давайте сегодня расставим все точки над «и» и разберемся, действительно ли это так, нужен ли этот тот самый утренний интим или, соответственно, абсолютно никакой разницы нет. Поэтому обязательно смотрите сегодняшнее видео, делитесь вашим мнением в комментариях, задавайте интересующие вас вопросы, и в следующих видео мы их обсудим. Смотрите, здесь очень мы говорим про то, что у женщины и у мужчины абсолютно разная физиология и те самые физиологические часы. Абсолютно, друзья мои, разные. Если одна женщина скажет, что да, мне нравится утренний интим, то на эту одну женщину 21 скажет, что нет, это мне не подходит. Почему так происходит, да? И почему отличие есть от мужчин? Потому что многие мужчины, наоборот, предпочитают утренний интим. И они даже приходят, так сказать, и пристают, да, к своим женщинам. Это женщины рассказывают. Ну, уже меня заколебал просто, вот, что ему постоянно утром там хочется, допустим, половых отношений. А мне нет, да? Почему это происходит? Потому что у мужчины очень ярко выражены гормональные всплески, как раз-таки в ночное время. Здесь мы получаем ночные эрекции, ночные полюции, да, все это есть, да, с точки зрения физиологии, когда мы говорим про мужчин. Соответственно, мы говорим про утреннюю эрекцию, которая является вариантом нормы, потому что как раз-таки очень резкий выброс идет тестостерона, то есть очень яркий гормональный всплеск, да? Гормональный всплеск, и поэтому мы видим как раз-таки хорошую потенцию, которая судит о мужском здоровье. Соответственно, и мужчине в утренние часы очень хочется и половых отношений больше, чем вечерние, потому что именно в утренние часы идет вот этот яркий выброс тестостерона. В утренние часы, да, друзья. А у женщин немножко все наоборот. Но, как показывают все-таки исследования, что вообще половая жизнь – это дело привычки. И про это многие уже, кстати, говорят, что это привычка. Вот как вы привыкнете, так и будет. Соответственно, да, есть определенные у женщин стереотипы, что мне там надо потом долго собираться, там я не успею. Но, тем не менее, если говорить про физиологию, для мужчины, соответственно, лучше, чтобы как раз-таки половые отношения были утром. Он начинает лучше себя чувствовать. Соответственно, проблем с потенцией эрекции в утренние часы меньше, потому что как раз-таки этот самый сильный выброс тестостерона происходит. Это тоже такой, друзья мои, очень важный фактор. Почему-то на него не обращают внимания, но тем не менее мы должны про это говорить и про это как минимум помнить, да? Соответственно, следующий момент, это, конечно же, особенно если у мужчины есть проблемы с потенцией, то, дорогие женщины, вы уже должны подстраиваться, и в вечернее время это будет малое количество тестостерона, и в утренние часы, если случается как раз-таки потенция яркая, то, соответственно, интимная жизнь должна быть. Также, друзья мои, для мужчин специально я разработала препарат «Мужская мощь». Препарат, который оказывает потрясающее воздействие на твою потенцию. В своем составе содержит витамин С, витамин D3, цинк, селен, натуральный экстракт женьшеня и йохимбина, которые являются природными афродизиаками и оказывают потрясающий эффект из первых капсул приема. Абсолютно натуральный, не содержит красителей, ароматизаторов, фенолов, тяжелых металлов,
только натуральная желатиновая оболочка, чтобы как можно быстрее препарат был доставлен по месту назначения и уже оказывал эффекты. Принимать по одной капсуле 2 раза в день. В банке 60 капсул, рассчитано на месяц, то есть на курс. Если вы хотите почувствовать потрясающие результаты, увеличить ваш уровень тестостерона, то принимать обязательно нужно курсом 3-4 месяца, и вы почувствуете потрясающие результаты. Многие мужчины, у которых не было абсолютно никаких проблем с потенцией, но они попробовали мужскую мощь, отмечают значительное повышение уровня либидо и нормализация сперматозоидов у мужчин, кто планирует беременность. Поэтому переходите, заказывайте и ощущайте потрясающие эффекты. Также, друзья мои, соответственно, хочется подытожить сегодняшний наше сегодняшнее видео тем, что главное, чтобы в вашей жизни была сексуальная жизнь. Если для мужчины лучше, чтобы это было утром, потому что это заряд энергии, заряд сил, заряд положительных эмоций, то это ж просто потрясающе. И здесь мне хочется вот поругать женщин, которые говорят, да не надо. Может быть, мужчина себя увереннее чувствует, может быть, у него лучше и день пройдет. Поэтому я вам крайне рекомендую. И многие исследования все-таки показали, что утренний интим также полезен для женщин. Поэтому это дело привычки. Как вы привыкнете, соответственно, так и будет происходить в вашей интимной жизни. А для помощи с вашей эрекцией не забывайте про мужскую мощь. Первая ссылка в описании. Пока-пока!